Мусина Стрит, и меня зовут Татьяна Мусина. Я предлагаю к вашему вниманию два видео с космодрома SpaceX Boca Chica. Но я просто хотела предупредить, что звук ужасен. Дело в том, что мы ждем штормовое предупреждение было, и мы ждем Hurricane Beta. Ветер колоссальный, и меня даже не спас мой замечательный роут. Что я имею в виду? Где он тут у меня? Вот он. Вот, да? Ну вот, роут, да, я имею в виду роут. Вот эта меховушка, которая крепится вот сюда, да? Когда это прикрепляется вот так, и вот она сюда крепится. Она улетела с первым порывом ветра. В общем, кто это делал, дизайнер этого роут, ну не знаю, я бы точно поставила дизлайк, потому что я, ну вот при первом тесте я понесла урон, можно так сказать. В общем, ребят, предоставляю вашему вниманию, жалко удалять материал, потому как, на мой взгляд, интересный материал, но вот такой звук. Ну, я прошу вашего снисхождения, как начинающий ютубер, постараюсь в дальнейшем писать с более качественным звуком. Так что ставьте лайки, ну или дизлайки, уж что заслужила. Буду рада общению. Все, всем пока. С вами Татьяна Мусина. Всем привет! Вы на канале Мусина Стрит, меня зовут Татьяна Мусина, и сегодня я нахожусь на территории строящегося космодрома Boca Chica, Space Boca Chica, так это называется. Кто смотрел наши предыдущие репортажи, знает, что обозначает Boca Chica. Ну, а кто не знает, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, вы будете в курсе всех событий. Что я хочу сказать сегодня? На самом деле мы следим за событиями, которые здесь происходят. И вы знаете, интенсивность работы просто восхищает. Каждый день происходят какие-то большие подвижки. То есть каждый день я смотрю, вот, например, 2 дня назад я смотрела живой эфир, когда проходил тест топливного бака. Вот он стоит, вот он. Вот я пальцем показываю, вы увидите. Да, вот это он. Значит, что они делали? Они насыщали его давлением, они тестировали топливный бак SN7. Они насыщали его давлением и наблюдали, взорвется он или не взорвется. Я просмотрела 3 часа живого ливстрима, но он продолжался 7 часов, но не взорвался, так что все хорошо. Вчера мы видели, что подвозили большую, это называется legs, то есть большие ноги к SN9, то есть это уже новый Starship готовится к SN9. В общем, здесь проходят, вы знаете, ну вот настолько интенсивная работа, что мы восхищаемся вот этой интенсивностью. Наверное, это сопряжено с мотивацией самого Илона Маска, да? Человек просто кумир настоящего времени, человек, мотивация которого заселить другие планеты и сделать это как можно быстрее. Вот что самое удивительное, я смотрела его конференцию недавнюю, и он на полном серьезе считает, что как можно быстрее нужно это сделать. Очередного корабля должен был быть вчера, но у нас вот, вы видите, большой ветер и штормовое предупреждение, мы должны подождать, потому что безопасность прежде всего. И как вы видите, смотрите, затоплена большая часть суши, прилегающей к космодрому. И, в общем, это очень красиво, но не знаю, как к этому относится руководство SpaceX, потому что вот эти заливные лиманы, о которых, кстати, мы тоже говорили, помните, в первом видео, вот они как раз и полны водой.
Так, что случилось? Ну что такое? Так, я прошу прощения. Что? Что случилось? Ну, так. Я прошу прощения, ребят. На самом деле я не одна сегодня. Сейчас расскажу, сейчас объясню, в чем дело. Сейчас покажу, кто у меня тут. Так, ну что случилось? Что? Что здесь происходит? Ну что? Знакомьтесь. Вот это вот первое существо, которое я люблю. Абиссинский кот Марс. Первый. Так, вторая Тася. Так, ребята, будем кричать? Будем кричать, отправлю вон сейчас. Илону Маску отдам. Полетите, как белка со стрелкой. Ясно? Ну, я должна объяснить. На самом деле, сегодня мы ездили на делать прививки, у нас оказалось время. Мы решили быстренько заехать на космодром, снять репортаж. Вот. Ну, товарищи не могут терпеть. Вот эти товарищи, они не могут терпеть, да. Вот им обязательно нужно быть в центре всех событий. Да, Марс? Ну вот, знакомьтесь, Марс! Собственной персоной. Марс, полетишь на Марс? Или нет? Хочешь на Марс? Марс не хочет на Марс. То есть и на Марсе будут яблони расти, как говорилось в нашей советской песне. Но, к сожалению, кто их будет сажать, яблони? Вот что-то у меня большие сомнения, что это сделаем мы. И вот, ребята, на самом деле хотела вас спросить, напишите, а что вообще Россия, какой наш ответ Чемберлену? Мы готовим что-нибудь или нет? Что там думает Роскосмос? Что думаете вы по этому поводу? Пожалуйста, напишите. Мне будет очень интересно. Хорошо?